Да, я могу это сделать. Сколько еще людей останутся без работы, только потому, что у них нет денег, чтобы вставить в мозги чип? Алло? Почему все так переживают из-за этих имплантов? Ты кто вообще такой? Никакой болтовни. В городе кого только не встретишь. Только посмотри, какие штуки у тебя есть. Хотелось бы увидеть все это в деле. Эй, Дженсен, давно не виделись. Дженсен, боже, сколько времени прошло. Помнишь меня? Работали вместе в 17-м участке. Хотела бы сказать, старик, ты совсем не изменился, но это же будет полная чушь, верно? Да, можно сказать и так. Ты тоже изменилась, Зендер. Чем занимаешься? Работаю под прикрытием. Присматриваю сейчас за пацанами из трущоб. Сдается мне, грядет что-то крупное. Почему мне кажется, что ты хочешь моего участия в этом самом крупном? Потому что ты умный парень. Ну и это вообще довольно очевидно. Ладно, шутки в сторону. Дженсен, ты очень вовремя. Дело, которым я сейчас занимаюсь, заглохло, и не помешала бы помощь со стороны. Выкладывай. Мы сейчас пытаемся раскрыть грязного копа по имени Джек О'Мелли. Скользкий тип. И скользкий — это еще мягко сказано. Мы знаем, что он занимается наркотиками и контрабандой оружия, а также связан с бандами. Но он не дурак и ни на чем пока не попался. Готова спорить, его прикрывает кто-то наверху. Окей. И какова же моя роль? Ты не из наших. Ты можешь попасть туда, куда нам доступа нет. А мне без помощи не обойтись.
Надо, чтобы ты влез в его квартиру, пробрался на территорию пацанов и поработал под прикрытием, выдавая себя за наемного убийцу. Дженсен, этот парень не мелкая сошка. Крупный игрок, серьезное дело. Нужно взять его, пока не начались большие проблемы. Ты в деле? Я давно уже не патрулировал улицы. Можешь мне обрисовать расклад с местными бандами? Ну, сам знаешь, банды не лучший пример эволюции. Тут все более или менее так же. Пацаны из трущоб все еще крадут и толкают, устраивают разборки с модифицированными и пишут непристойности на домах. Ну да, ясно. Образцовые граждане. А с другой стороны, у нас городские мототрахеры. Такие же тупые уроды, как пацаны. Разве что тут есть уроды модифицированные. А что цель? О'Мелли? Есть еще что на него? Коп, но как-то работал с федералами. Рапортов нет, адреса нет, ничего нет. Мы почти уверены, что он замешан в большой секретной операции, но пока так и не смогли ничего на него найти. Он носит значок, но совсем не похож на полицейского. Нельзя же такого ублюдка просто так отпускать. Я с тобой. Ну тогда за работу. У меня, как я уже говорила, есть пара хороших зацепок, но у О'Мелли друзья во власти. Так что ордер мне не получить, даже если этот уголовник напишет признание на стене кровью своих жертв. Все идет к тому, что придется нарушить пару правил. Ладно. Но нам придется действовать осторожно, чтобы не развалить твое расследование. Да. Понимаешь, Дженсен, либо мы сделаем это, либо никакого расследования не будет вообще. Ты же знаешь, я всегда действую по инструкциям. Только на этот раз мои инструкции пишут друзья плохого парня. Окей. Что там с территории пацанов из трущоб? Тебе нужно попасть туда и найти груз с оружием. У нас есть веские улики, которые могут связать его с О'Мелли, но сперва надо убедиться, что груз там. Скорее всего, они его где-то спрятали в окрестностях. Полицейский продает оружие банде борцов с модификациями. Так себе картинка. Ну а то. Думаю, мы оба согласны с тем, что ничем хорошим это не закончится, правда? Я не знаю, где именно в трущобах хранится груз, но если ты сможешь попасть туда и выбраться обратно, не попадаясь никому на глаза, это будет кстати. Сэкономишь мне кучу нервов. А что мне искать в квартире О'Мелли? Информацию, наркоту, оружие. Все, что можно добавить к делу. Чем больше найдешь, тем лучше. В чем смысл работы под прикрытием наемного убийцы? Этот О'Мелли – хитрожопая сволочь и страдает паранойей. Он всегда использует подставных лиц и ложные следы, чтобы запутать нас. Но все-таки мы ухитрились схватить за задницу одного из его парней. Теперь он работает на нас. Информацию сливают, все такое. И он поможет мне? Точно так. Вчера очередной дружок О'Мелли шлепнул какого-то наркоторговца. Есть свидетель, только мы не знаем, кто именно. А О'Мелли знает и хочет, чтобы кто-нибудь его заткнул. Наемник, с которым он обычно работает, сел за наркоту, так что ты изобразишь из себя его замену. О'Мелли будет ждать тебя в переулке рядом с участком. И ты хочешь, чтобы я вытянул из него информацию о свидетеле? Все еще шустро соображаешь, Дженсен. Мы думаем, что О'Мелли попросит тебя добыть орудие убийства, шлепнуть свидетеля и подкинуть оружие кому-нибудь, на кого в итоге все свалят. Когда оружие будет у тебя, принесешь его мне. А что со свидетелем? Мы почти уверены, что он из мототрахеров. Выяснишь, где его искать, найдешь, разберешься с проблемами и подготовишь его к задержанию. Подготовлю к чему? Ну, сам понимаешь, он боевик из банды. По доброй воле он тебе не сдастся, но нам он нужен живым. Так что тебе придется вырубить его. Потом кто-нибудь из наших случайно на него наткнется. Ну, знаешь, внезапное везение. Хорошо, займемся этим. Если что еще узнаешь, вызови меня через инфолинк. Отлично. И вот еще что, Дженсен. Учитывая, что я под прикрытием, я тебя прошу, давай не будем встречаться, пока ты все не сделаешь. Не убегай, детка. Я не кусаюсь.
Вот я с такими точно в постель не полезу. Лучшая цена в городе. Малыш, какой ты милый. Хочешь давай, развлечься малыш. Вечерком, симпатяга? Давно уже у меня не было такого милого парня. Я так скажу, весь этот бунт из-за Дэвида Шарифа. Как ты можешь так говорить? От него несет высокомерием, знаешь, чувством превосходства. Народ такого не любит. Дэвид Шариф, считай, в одиночку поддерживает город на плаву последние 15 лет. Он обеспечил кучу людей работой. Но это не дает ему права смотреть на нас свысока. Прямо скажем, почти от всех, кто поддерживает эти проклятые модификации, веет высокомерием. Знаешь, как будто раз у них есть деньги и способ улучшить себя, им теперь все дозволено. Шерри, посмотри на вещи более глобально. Если у людей, о которых идет речь, есть работа, то благодарить за это они, скорее всего, должны быть Дэвида Шарифа. Я надеюсь, что ООН пристально рассмотрит сложившуюся сегодня ситуацию. Мистер Таггарт выразил искреннее желание выступить перед Генеральной Ассамблеей вместе с Дэвидом Шарифом, чтобы попытаться найти компромисс. Если это действительно случится, интересно, будет ли там присутствовать миллионер Хью Дэрроу, чьи изобретения и послужили началом популяризации имплантов? Нет, пока мистер Дженсен, мы еще не заменили вам зеркало. Об интервью. Прогресс телесного здоровья. О, да, у них отличный девиз. С возвращением, мистер Дженсен. Интересно, будет ли там присутствовать миллионер Хью Дэрроу, чьи изобретения и послужили началом популяризации имплантов? И мы снова возвращаемся в Детройт, где сегодня несколько человек было арестовано после очередного антиимплантного митинга. На этот раз активисты Фронта Человечества преградили путь пациентам в клинику Протез на 2-й авеню. В начале недели...
эта организация получила разрешение... на акцию протеста, но полиция решила преждевременно ее прекратить и перекрыла Бродвейский туннель. Не исключено, что полицейские опасались возможных последствий. Восстановление системы безопасности. До новых встреч, мистер Джонс. Посмотри на себя, парень. Очередной идиот, купивший груду ненужного металлолома.
Тактическая информационная сеть Детройта, включающая справки. Привет, Дженсен. Давно не виделись. Ты пришел навестить Уэйна Хааса? Он сегодня дежурный. Все теории средств массовой информации по поводу захвата заложников в Детройте только что вылетели в трубу. На место прибыл Уильям Таггарт. Послушай, я ничего не могу обещать. Знаменитый писатель и основатель Фронта Человечества. Организации... Да? Что тебе нужно? Информация. Обратись к дежурному в приемной, пушка на ножках. Не отнимай у меня время. Информация другого рода. Что ты знаешь о деле Шариф Индастрис? Ага. А я хочу мини-этик и двухместный бард 2005 года выпуска. Думаю, мы оба можем и дальше предаваться мечтам. Чугунная голова. Я знаю, что ты позаботился о важных уликах по этому делу, и хочу узнать об этом побольше. Во-первых, я понятия не имею, о чем ты говоришь. Во-вторых, даже если бы и понимал, с чего ты взял, что мне есть дело до твоих желаний? А теперь настоятельно советую, убери отсюда свою высокотехнологичную задницу, пока я не позаботился о тебе. Начало популяризации имплантов. Я не знаю. Пока говорят, после мистер Дэрроу отказал во всех наших просьбах об интервью. Ладно, пока. Да-да, погоди секунду. О, черт. Дженсен? Хас, не ожидал встретить тебя здесь. Да, походу ты хорошо устроился, не то что я. У меня нет времени на твое нытье, мне надо в морг. Да ну, забудь. Не знаю, что там за трупешник, но у меня приказ с самой верхушки никого не пускать. 2 года от тебя ни слуху, ни духу, а теперь нарисовался и сразу что-то клянчишь? А что надо было приказывать? С приказами ты всегда отлично справлялся. Боже мой, а ты что, святее самого папы? Думаешь, мне это нравится? Разуй глаза. Быть командиром спецназа, а потом стать ничтожеством, дежурным на каком-то паршивом участке. Оставь приказы при себе, мне их и так хватает. Либо учись вести себя прилично, либо проваливай, потому что я тебе нужен, а не ты мне. Ладно, слушай, ты злишься, я тебя прекрасно понимаю. Конечно, я тебя подставляю, но мне нужно попасть в этот чертов морг. Я постараюсь оградить тебя от последствий. Вечно меня кто-то подставляет. Это нечестно. Зачем ты это делаешь? Опять припер меня к стенке, в который раз? Хочешь, чтобы ради твоего босса я лишился места? Если я потеряю работу, вся моя жизнь пойдет псу под хвост! Но ведь тебе на это плевать, верно? Да, ты рискуешь работой. Да, за то, что случилось тогда, пострадал ты. Но пойми, мне нужна помощь. Это очень важно. Даю слово, что бы ни случилось, я не брошу тебя. Что ж, с этого можно начать. Все вертится вокруг того мальчишки, да? У нас был приказ, Дженсен. Поэтому я выстрелил. Я выполнял приказ, а у него были импланты. Что-то непонятное. Мальчишка был опасен. Эй, спокойно. Никто не осуждает тебя. Я здесь не для этого. Просто выполни мою просьбу, я пойду дальше. Нам больше не придется орать друг на друга. Вот оно что, ты хочешь отступить, просто уйти от ответа?
Знаешь, кто во всем этом виноват? Ты! Ты предал меня! Это тебе приказывали! Ты должен был отвечать, но ты свалил все на меня! И ты знал, что у меня не хватит сил отказаться! Это все из-за тебя! Уэйн, это была сложная ситуация. Ты все сделал правильно. Я знаю, черт тебя побери, об этом я и говорил, все из-за тебя. Но ты никогда ни за что не признаешь этого. Слишком уж ты упертый. Хватит тратить мое время. Прочь из моей жизни. Эй, босс, вам вообще нужен этот нейронный узел? Если ты намерен устроить ради него бойню, думаю, стоит притормозить и поискать менее заметный путь внутрь. Снаружи здания. Гражданским вход воспрещен, сэр. Не ходите туда. В чем дело? Ты новости смотришь? Элиза говорила об этом. Я надеюсь, что ООН пристально рассмотрит сложившуюся сегодня ситуацию. Мистер Таггарт выразил искреннее желание... Да. Чем могу быть полезен? По правде говоря, один наш общий знакомый считает, что все может быть наоборот. За тобой следили? Я же профессионал. Знаю, как дела делаются.
Давайте опустим эту шпионскую ерунду. Ну, выглядишь ты в точности как персонаж сериала про шпионов. Посмотрим, как ты в жизни сыграешь. Итак, что вам нужно? Сразу к делу. Редкое в наши дни качество. Скажи, пожалуйста, ты в местных бандах разбираешься? Достаточно, чтобы не иметь проблем. Отлично. Предупреждаю, это довольно грязная работа, но ваши усилия хорошо окупятся. Мой помощник оставит для вас пакет в переулке на Гранд-Ривер-Роуд. Вы заберете сверток и с его помощью раз и навсегда разберетесь с моей проблемой. И в кого метим? Уверяю вас, его смерть никого не огорчит. Бандит, известный под кличкой Дабл Ти, обитает в доме возле Эрлс Корт. Вряд ли он будет там один. Еще менее вероятно, что компанию ему составляют милые, интеллигентные люди. Но вы его узнаете. У него крупные и довольно безвкусные импланты на лице и руках. Хотите сказать, что наняли меня только ради того, чтобы избавиться от уличной шпаны? Это было бы избиением младенцев. Нет. Уничтожить объект, используя выданное вам оружие, всего лишь первая часть задания. Когда разберетесь с Дабл Ти, отправитесь в трущобы и незаметно подложите орудие убийства в тайник с оружием пацанов. Убить члена банды городских мототрахеров, а потом подкинуть оружие другой банде. Сдается мне, вы хотите начать войну. Надеюсь. Я не понимаю, зачем вам это. Такое чувство, что вы работаете посредником для кого-то другого. Ты слишком много думаешь, мой друг. В ближайшем будущем это может стать причиной больших личных затруднений. Что-то вы не сильно похожи на полицейского. Зато ты становишься все больше похож на одного из них. Я тебе всячески рекомендую просто заняться делом. Мне нужна более точная информация о местонахождении цели. Есть такой маленький глухой переулок. Местные называют его Эрлс Корт. Воспользуйся пожарной лестницей, чтобы добраться до жилья Дабл Ти. Он живет в квартире на 4-м этаже. Ну, так что мне забрать? И где это сделать? На Гранд-Ривер-Роуд есть роскошный дом. Прямо перед ним, на другой стороне улицы, увидите дверь, которая ведет в служебный коридор. В углу этого коридора, в куче строительного мусора, найдете арбалет. Вот им-то и надо будет убить Дабл Ти. Предположим, в трущобы я проберусь. А где искать склад с оружием? Ищи старое бетонное строение, запертое и заколоченное досками. По моим данным, их тайник находится прямо под ним. Думаю, мне пока хватит информации. Yeah.